К свежей информации по коронавирусу. За сутки, по данным Роспотребнадзора, лабораторно у нас выявлен еще 31 случай заболевания COVID-19. Летальных исходов не прибавилось, их по-прежнему 76. При этом 74 пациента выздоровело, таким образом переболело уже почти 5000 жителей Коми. Вот как свежие данные и другие важные новости из жизни региона прокомментировал в очередном обращении исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Сегодня я работаю в Троицко-Печорском районе. Сейчас нахожусь на территории Печора-Илыческого заповедника. Заповедник вместе с Национальным парком Юга-2, объединенные под общим названием «Девственные леса Коми», стали первым природным объектом России, включенным в перечень объектов всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня я побывал на первой в мире опытной лосеферме в селе Якша, пообщался с сотрудниками фермы о перспективах развития этого туристического объекта. Это удивительное место, и не случайно оно пользуется популярностью туристов. Здесь можно не только пообщаться со взрослыми животными, но и поучаствовать в кормлении лосят. Я сегодня это сделал, получил очень большое удовольствие. Ну или, например, попробовать лосиное молоко. Оно обладает уникальными лечебными свойствами и помогает восстанавливать иммунную систему человека. Троицко-Печорский район обладает богатейшим туристическим потенциалом, но для его развития нужна соответствующая современная инфраструктура. И в первом числе транспортная. Туристическая отрасль должна стать одним из драйверов развития экономики республики, ее сельских районов и даже таких небольших населенных пунктов, как село Якша. Вопросы развития экотуризма стали темой сегодняшнего совещания, которое прошло в Печор-Илыческом заповеднике. Мы обсудили реализацию проекта «Туристско-рекреационный кластер», «Девственные леса Коми» и ряд других насущных для отрасли тем. Прозвучали интересные предложения, все они взяты в проработку. Лучшие из них будут включены в комплексную программу развития республики. В городах и районах республики продолжаются работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Троице-Печорске, например, в рамках нацпроекта в этом году благоустроят 5 общественных пространств. Поселки обновят спуск к реке Мылва, проведут санитарную вырубку деревьев, обустроят парковку, освещение, благоустроят тротуары, газон, обновят малые архитектурные формы. Также будет благоустроена зона отдыха на перекрестке улиц Мичурина и Ленина. Общая стоимость всех работ по благоустройству в Троицко-Печорске в этом году составит 5,5 миллионов рублей. Благодаря инициативе и активности неравнодушных жителей в этом году в районе реализуется 10 народных проектов по благоустройству территорий. Оборудование спортивных площадок, ремонту домов и учреждений культуры, образования. На эти цели по проекту «Народный бюджет» район получит 7 миллионов 800 тысяч рублей. И в завершении об эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 6148 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки 31 человек. Под медицинским наблюдением 1996 человек, выздоровели 4992 человека. За сутки мы сегодня очень хорошо выздоровели, 74 человека. Уважаемые жители республики, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.